В составе жюри – выдающиеся деятели русского вокального искусства, народные артисты России и Абхазии, а также солисты Большого театра. Из 75 заявок, поступивших от молодых вокалистов из различных регионов России и зарубежья, будут отобраны не более 32 участников, которых допустят ко второму туру. Он стартует 20 сентября. Пока конкурсное прослушивание проводится по предоставленным участниками видеозаписям. В репертуаре музыка Чайковского, Глинки, Рахманинова и других российских композиторов. К участию в конкурсе были допущены исполнители от 18 до 35 лет. Что касается вокалисток, то ограничение по их возрасту до 33 лет. Поэтому заявки многих конкурсанток пришлось отклонить. Основной приз, за который поборются вокалисты – бронзовая скульптура соловья. Русским соловьем называли в свое время саму Валерию Барсову. Его целью является пропаганда русской музыки, потому что по условиям исполняется только русская музыка российских авторов. Помощи, поддержка молодых талантливых исполнителей и, так сказать, насыщение города Сочи различными творческими событиями в разных жанрах, в данном случае в жанре классического вокала. Заключительный концерт членов жюри и лауреатов конкурса в сопровождении Сочинского симфонического оркестра состоится 26 сентября на сцене Зимнего театра. Сочинцы и гости курорта также могут посетить и конкурсные прослушивания. Они пройдут в зале органа и камерной музыки. Татьяна Нагорская, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.